Всем привет, позади меня находится общага, где я жил 2.5 года, всего лишь 1 год и 3 месяца назад. Я отсюда съехал, и именно в тот период у меня был самый большой прогресс как в массе, так и в моих силовых показателях. Поэтому именно в этом видео я вам покажу весь свой рацион, как я питался, когда работал на работе, когда учился в универе, когда жил вот здесь, где-то там на большом этаже. Со мной жило 5 чуваков, короче, мы выживали как могли, бабок порой совсем не было. В общем, кто искал видео о бюджетном питании, общей жизни студентов, то вы попали, конечно же, по адресу. Поэтому давайте усаживайтесь поудобнее. Сегодня будет много лайфхаков, как экономить, как добирать по калориям, как, не знаю, как выжить, короче, в общаге и при этом не остаться причем. Поэтому начинаем прямо сейчас. Ну что ж, ребята, начинаем с нашего первого приема пищи. Обычно перед парами у меня не было много времени для того, чтобы приготовить завтрак, поэтому обычно какие-то быстрые завтраки, например, Nesquik, вот такие вот хлопья постоянно юзал, точнее, шарики шоколадные, либо же лайм. Вот, в данном случае я возьму, наверное, и то, и другое, для того, чтобы это помешать, скажу так, что порция была очень большая, и была практически целая пачка молока, потому что я коморф, и мне эти калории никогда не мешали, да, они не были лишними, просто не шли в энергию, для того, чтобы потом после пары пришел, еще раз покушал, да, и уже мощно потренировался перед тем, как идти на работу. Поэтому давайте приготовим прием пищи номер один. Сейчас возьмем тарелочки. У нас нету больших тарелок, но, наверное, были 3 раза больше, чем. И молоко. Молоко, кстати, мне в большинстве случаев, наверное, передавали его слухи, потому что, как вы знаете, там были коровы, да, они, в принципе, сейчас есть, да, и сельское молоко такое прям самое, наверное, кайфовое в плане своего состава и качества. Короче, ребят, все это уже готово. Кстати, давно не хавал какие-то хлопья. Да, реально, прям такие, знаете, сладкие очень, порой даже приторные, но утром это было реально вкусно, потому что утром, что самое, наверное, важное, это мощно похавал. И, ребят, потом дальше на паре свой брал там несколько штук бананов для того, чтобы в перерывах, либо даже на той же паре, очень неважно, короче. Было такие моменты, что я ебали, шел на работу прям сразу, либо же просто на паре. Но бананы всегда были у меня с собой, для того, чтобы закрыть свои потребности по еде. Короче, ребят, ну что, пришло время рунтура, здесь у меня большая шоколадка для вахтерши-консьержки, для того, чтобы она меня пустила, потому что не факт, что они меня помнят, в силу того, что у меня никогда не было бороды, я всегда учился в универе, но ее без бороды, потому что испугается, подумал, что за лук пришел, ха-ха. Ну, короче, погнали, сейчас Настя меня встретит, это подружка, с которой мы тренили по спиальной месте. Вот она живет тоже на моем этаже. Короче, план перехват, идем. Короче, ребят, нас пустили, идем по коридору, я жил на 8-м этаже, это, кстати, Настя, мы с ней постоянно качались. Да, здесь темно, у нас нормально. Помнишь, как мы тренили, где там корпусе поднимались? Да, тренили, постоянно тренили. Да, кстати, бродя тоже тренили, это коляски. У нас просто типа дети появились, вот, и она здесь ложит эти. Я даже забыл, как ходить на 8-й этаж, на самом деле. Ну да, лифт же сломан, типа. Это, короче, лифт, но он запечатан. Особенно после тренировки ног было сильно подниматься. Я просто поднималась и понимала, что сейчас спускаться на 1-й этаж. Душ, это вообще решало. Да, еще такая тема, реально, вот после дня ног идешь такой на 8-й этаж. Понятно, было немного легче сейчас спускаться. Поднимаешься за полотенцем, а потом спускаешься снова на 1-й этаж, для того, чтобы пойти в душ, потому что душ только один был на всю общагу. Лерка, давай, соберись, только 7-й этаж. Как тебе вообще, нормально тут? Ой, так мрачно. Мрачно? Ужасно, конечно. В смысле мрачно? Ты шо? Так, короче, 8-й этаж, поворачивай направо. Вот там моя комната, которая, наверное, закрыта. Да. Казалось бы. Короче, Артур, короче, геймер, но он дома, оказывается, сейчас постучим. Я конечно, это я помню. Можно зайти было, скажи, давай. Короче, ребята, это наша комната была. Вот здесь у меня стояла кровать. И вот здесь я жил. Ого, картина прикольная, слушай. А ты сам здесь сейчас? Ты видишь кого-то все. Вот это геймерское место, Артур. Ты сумасшедший, мне кажется. Опа, казалось бы, при чем здесь Rot of the Dream, да? Потому что это чей-то как бы, блин, скачек был. Как тебе вообще, нормально тут? Просто раньше был, типа, немножко самый другой. Ну, то есть более сыновая была, типа. Не было потертости всяких, типа, ремонт мы сами делали. Вот. Конечно, я кстати тут бухать. Бухать начали? Я не понял, что такое, Артур? Ты бухал? Курил? Не, курил я... здесь, нет? Точно? Нет, реальный энергетик. Не, энергетика-то нормально. Монстр как бы тебя спонсирует, монстр или нет? Нет? Ладно, короче, погнали, ребят, покажу вам сейчас это самое. Кухня там, где все готовят и так далее. Все, братан, чего дальше? Работаем. Так, вот здесь кухня. Нет, здесь прикольно сижу. Почти. Где тараканы? Тараканы? Я не понял. Да нема там тараканов, Лерка, ты что? Вот, короче, здесь готовы курицу, жить курицу, макароны, окорочок. Сейчас пожарю окорочок. Вот я, нажарив окорочок, а потом поим, когда остынет. Ну что, ребят, пришло время нашего второго приема пищи для студента, который спешит, который не успевает и которому нужно полноценно питаться. В принципе, проверили, наверное, рецепт это годами, кровью, потом макароны с фаршем. Просто по-быстрому отварил макароны, фарш поджарил, все перемешал, помидорку взял, закинул пальчик печатки, вообще очень классно залетает. Скажу так тебе, что макароны я обычно брал твердых сортов пшеницы, потому что, в принципе, для качка, для человека, который тренируется, они больше подходят. Ну и фарш куриный самый дешевый был, самый, наверное, классный, потому что нежирный, хорошо усваивается. И, кстати, в некоторых случаях мне передавали мясо, либо же фарш, селухи, где у меня бабушка, где у меня родители, в принципе, там куры бегали, куры все еще бегают, живут, вот, и живут для того, чтобы вы накачались, и я в том числе. И теперь секундочка мотивации. Курица бегала всю жизнь, короче, набирала массу для того, чтобы потом умереть, и чтобы ты накачался с халую. Поэтому тренируйся как следует, выкладывайся на тренировках полностью прям на максимум, чтобы жизнь курицы не была зря, и ты накачался, ей не было за тебя стыдно. Вот так вот. Поэтому, ребятки, давайте сейчас красивую музычку, все это приготовим. Конечно же, вот здесь высветится цена, поэтому прям пишите, сколько все это стоило. Ну, в принципе, скажу так, что недорого. Вот, let's go.
2018, по-моему, году, на первом курсе универа, я начал юзать креатин и постоянно хавал макарохи, много сладкого. И меня прям так сильно залило, я, наверное, был самый залитый в жизни. То есть у меня лицо было прям реально такое, бороды не было, огромные щеки. Сейчас найду фотку, постараюсь. Да, вот, вот фотка. Фокусируйся, короче, вот тут где-то еще свою фото, для того, чтобы видно было. Но я был прям очень залитым, тогда уже качался в зале. Вот, начала заниматься пауэрлифтингом и вообще, то есть, ну, лица не было, не знаю, что было с лицом, как будто мухи, комары, что-то покусало меня. Вот, ну, не суть, короче, если вы хотите набрать массу, самый главный итог, то хавайте макарохи, хавайте фарш, это очень классно, очень круто, для эктоморфов, как я, это сильно прям подходит, залетает. Всем приятно. Ребята, что ж, плавно перемещаемся мы в зальчик. Если говорить о моих тренировках, то первые, наверное, 2 месяца, когда я поступил в универ, переехал в Киев и жил в общаге, я тренировался в подвале внизу общежития. Вот. Там не было особого оборудования, потом я перебрался в зальчик, который был у меня в универе, в корпусе физической культуры. Там я тренил тоже, наверное, 8 месяцев. Дальше я купил вагон по какой-то скидке на полгода в зал Everyday Fitness. Уже там я снимал влоги и всякую такую штуку, за которую сейчас мне как-то, ну, короче, кровь из глаз идет, когда смотрю старые видосы, потому что я даже там на русском толком не разговаривал и что-то там кого-то учил, хотя был как бы не особо сильным и не особо там мускулистым. Вот. Ну и, соответственно, уже дальше, через время, я жил в общежитии. По-моему, на втором курсе универа в конце я нашел зал Атлант Джим, который мне показался, наверное, самым крутым. И по сути так и оказалось. То есть было очень классное оборудование для становой тяги. Много всяких тренажеров, большое пространство, хорошее освещение, классная картинка, такой, знаете, американский стиль. Ну, в общем, вы сами все видели. И сейчас еще раз все это видите. Поэтому идем сюда. Тренируюсь здесь, наверное, уже на протяжении последних лет 2, там, если я прибываю, вы обязательно залетайте сюда. О, привет! О, привет! Как дела? Нормально. В общем, и сейчас, конечно же, снова потреним здесь. Я начинаю тренировку становой тяги классики. Вот, сделаю, скорее всего, где-то 3 по 7. Не знаю даже, какой вес будет, потому что последние 2, даже 3 тренировки я делал только в сумо. Как бы классика очень важна для того, чтобы закачивать спину, для того, чтобы не получать травмы и столбы наши, вот эти, которые возле хребта, были очень мощные. Поэтому делаем становую и дальше переходим к тренировке груди. Для груди буду делать, наверное, по части больше изоляции, поделаю какие-то жимы гантели, конечно же, с большими весами, вот. И дальше, конечно же, руки и arms every day. Поэтому давайте, не забудьте начинать. Переходим к тренировке груди, начинаем, наверное, с страховочек и попробуем, как пойдет. Ой, такие большие. Они как будто плотно, понял? Let's go! Молодой, жестко. Не больше, ибо 7 тысяч. Все, let's go, ребят, 44 дальше. Ладно, повышаем бицепсы, это самые красные стали. Знаешь, выросли, наверное, да? 100%. Я помню, раньше делал там 15 килограмм молотый, знаешь, а сейчас прям 40-очки можно делать, изи. Стой, классно. Работай. Короче, для того, чтобы полностью самокнуть сферу, едем на той же маршрутке, на той же троллейбусе, на котором ездил в зал Атлант, в общагу домой. Вот, едем в Лыгатскую, потому что именно там находится шарма, которую я постоянно, наверное, кушал после зайчика. Это было очень удобно, очень быстро. И, в принципе, по деньгам... Обрежу, пересочиняемся. Наступ на Зубынка, улица Питерская. Питерская. Наступ на Зубынка. Питерская. Нормально вообще? Вы тоже так слышали? Вылазься. Сейчас он называет. Вылазься, Питерская. Нормально это, нет? Короче, да. Шарма топовая, там кенты мои делали, насколько можно. Короче, да, шарма там топовая, потому что мои кенты, точнее, я с ним там познакомился, они делали прям топчик. Мне очень мясо доложили по минимуму, соусом, много там овощей всяких, помидорок. И выходило маслонаборное, стильно, модно, молодежно. Короче, едем туда, надеюсь, это шармично еще работает. Как тебе наша маршрутка, нормально? Мне нравится билетики, мне нравится отделение остановок, особенно улица Питерская. Я пришел шаурму хавать. Да. Как дела? Есть пита, да? Не по-ливански, пейте с сыром.
Да, четко. Ты будешь какой-то? Я жду тебя кусочек. У меня? Фоткаю сейчас. Для подписчиков фотка будет сейчас. Все, сфоткал. Есть. Вова, Вова. Все, да? Порядок. Все, удачи, спасибо. Работаем. Тоже хороший вечер. Удачи. Все, короче, ребят, вот такую шарму я хавал каждый раз после тренировочки, когда ехал в общагу. Кстати, вот там за углом, получается, маршрутка, которая вторая пересадка для меня, и на ней я обычно ехал уже в общагу. Но сначала я здесь где-то остановился, находил укромный уголочек, брал пепси, брал шавуху вот такую с картофелем, с курицей. Очень много курицы чуваки делают сюда мне, потому что я прошу, они как бы шарят, что нужно качаться. Вот, уничтожал по-быстрому. Ехал в общагу, проходило небольшое время, и я уже кушал свой последний прием пищи, который у нас будет чуть позже. А я не хотел? Вкус? По-прежнему офигенный, реально. Много сыра, вот видишь, да, тянется, видела? Угу. Классно. Теперь ты пробуешь. Ого. Опасная. Ох, я пожарю его курочок. Сыр, да, реально тянется? Угу. Класс. Ну что, ребят, пришло время четвертого и последнего приема пищи с рационом моего общажного, универского, знаешь, бомжатского. В общем, у меня этот порог. Бананы. Мед, который мне обычно передавали из дома, но сейчас, короче, покупной такой дичинский. Ну и очень часто мне залетали всякие десерты, как бы я не покупал супер дорогие там чизкейки, да, но любил покупать всякие вот такие бисквитные штуки. Они обычно очень дорогие и там много калорий, то есть на 100 грамм вроде 350 калорий и можно скушать. Тем более, что здесь 300 грамм, это означает, что 1000 калорий, если водишь в таком вот пионерском рулетике, и он за раз, конечно же, залетал очень легко. Вот, что хочу сказать, может этот рацион не показался вам супер бюджетным, потому что, как бы в то время я уже работал, только мне стукнуло 17 лет, я уже раздавал листовки, работал, вот, зарабатывал бабки, потом я работал немножечко грузчиком всякие там. Тем, где нужно было траву копать, ямы копать и так далее, это уже тогда я жил в универе, в общаге. Вот, а потом уже моя самая, наверное, длинная работа, которая была, самый длительный период, я работал официантом в ресторане, сейчас тоже, может, какие-то фрагменты ставлю, и уже там можно было получать неплохие бабки. Именно тогда я купил свою первую камеру, начал снимать видосы, целый год я там проработал, постоянно была наличка, чаевые и так далее, я реально очень старался, потому что нужны были бабки, как-никак. И, соответственно, начало получаться, тот период я уже снимал видосы, тренировался, нормально так качался. И ушел с работы и продолжил просто снимать видосы, немножечко убавил в то же время, там на пары перестал ходить и так далее. И прям блогерство полностью меня поглотило, это мне безумно понравилось, и вот что из этого получилось. Наверное, именно поэтому рацион не самый прям бюджетный, но порой бывали тяжелые времена, как у каждого из нас, что приходилось хавать макарохи без мяса, приходилось, не знаю, просто порог сухой кушать, самый дешевый, самый обычный и так далее. Но все же, нужно стремиться к лучшему и зарабатывать бабки, это самое главное. Ну, помимо там здоровья и так далее. Вот, все работает. И, наверное, самый главный инсайт этого видео, неважно откуда ты, главное, куда ты идешь. И вроде бы как заезженные слова, но все же ходят слухи, что это работает. Примерно год назад я еще жил в общежитии, и все, что я хотел, это подняться. Пожертвовав универом, пожертвовав работой и другими какими-то вещами. И больше всего я, наверное, хочу, чтобы у вас тоже была какая-то цель, какая-то мечта, ради которой вы тоже сможете делать какие-то непонятные вещи другим людям, чем-то жертвовать, стараться идти, короче, работать, добиваться и так далее. В общем, я с вами был у вас несменный ведущий. Мы увидимся в следующем видосе. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал и, конечно же, подписаться на мой инстаграм, который будет здесь. Опа! Ого. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, видео вам понравилось. Потому что мне понравилось, вроде как. Сейчас нужно идти на работу, порешать некоторые дела буквально еще на пару часов. И кто не знает, я работаю официантом в ресторане уже где-то месяца 5. И сейчас работа дерьмище, потому что очень часто приходится работать до часа ночи. И даже до двух. Из-за этого жесткость бывает режим, ты не можешь нормально спать. Но главное верить и пролаживать второй путь, чтобы потом можно было спокойно бросить работу и заниматься 24/7 своим любимым делом.